по-другому. Но в любом случае, спасибо. Вот этот взбить на перемолоть. И мёд. Да, и соль потом. Я только хотел какую-нибудь глупость сказать, какое христианское радио. К чертовой матери, типа. Да. Эти бабки, наверное, Христа продадут за антрикоты еврейские, но в итоге сдержался, и тут такой привет. Прям приятно. Полторы ложки алоэ, полторы ложки меда, перемолоть, добавить соль одну чайную ложечку на тряпочку и на ночь. Не, ребят, чуваки, чуваки, короче, когда болят колено, надо стрелу вынуть из ноги. Ребят, короче, если вы будете дозваниваться до туда, не надо просто приветы передавать, лучше что-нибудь смешное придумайте, там, Мазду какую-нибудь продайте, там, с номером 1488, что-нибудь придумайте. Алло, пожалуйста, номер телефона женщина грибы просила, 262, потом... Значит, пожалуйте, что шея затекает. Ну, что-нибудь такое веселое. Просто привет и меня передавать, это тухло. Да, и вам спасибо большое. Если вдруг дозвонитесь, то не стоит эту тупость. Говорите. А, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот и хорошо, что мужчина сам придумал. Я давала этот рецепт. Насчет алоэ, это врач в России. Говорила женщине моей знакомой. Она мне лично сказала. То есть баба позвонила, узнала, что там против от колен, потому что до этого звонила баба, которая сказала. И тут же эта баба перезванивает, она, они там такое ощущение, что сидят там кругом. Дело в том, что я еще хотела сказать... Шабаш какой. Когда удары, я говорила, что нужно в инкафуте брать спирт и мазать. Но мазать нужно, значит, вот ударился, допустим, человек, растирать. И растирать, это просто кто слышал и кто запомнил. Растирать нужно так. Вот растерли немножко спирт этот, опять влили в руку и опять растирайте. Хотя я не спросил ее, может быть, с этой железой можно было еще что-то сделать? Я дотерла, да, ну, растереть, да, например. Стерла кожу. Ну да, я потом подумала, думаю, мне же надо предупредить людей. И, ну, надо их познакомить с радиоанонимных алкоголиков. Беру раз и... И с радио ВДВшников тоже. И тру, понимаете? Нет, все, здесь все. Это такая особенность, чтобы люди просто тупейший знали квест. И потом не ругали. Значит, еще теперь я хочу сказать, что когда простудного характера температура, я не имею в виду там желудок или там чего-то, печень, от чего там она бывает еще, я не знаю. Но когда простудного характера, у меня есть такой рецепт, который уже пользуюсь 40 лет, наверное, уже. Значит, нужно взять воду. Ну, блин, воду, лучше бы от желудка рассказал. Лодочный домик. Нет, Хэнк как Бобров. Уксус, простой уксус. Вливаете, ну пробуйте на язык. Я как-то... Брат у меня 38,6 была у нее температура. Я ему разводила, ну щипала немножко. Поехали к Хэнку. Ну, можно и не щипать. Ну положила ему, он говорит, ну немножко тело щипало. Но за один час у него, значит, кладете на плевру. То есть это левый бок, ребрышки сзади. Плевра, спросите у медиков. Потом Бобровский квест сделаем по-быстрому с пивнухой. И бок, пойдем Келлога заомним, наверное, сегодня будет плевра, все. Дальше уже останется почему только добить по большому счету игру, пройти по локациям, по квестам, которые я не сделал. Психбольницы если сегодня, наверное, уже не будет. Характера, предупреждаю. К сожалению. Если не простудного, тогда может не помочь. Потому что у мужа тоже не было простудного, то не помогло. Не простудного, то есть. Вот. И кладете вот горяченькую тряпочку, кладете прямо на эту плевру. Ну, выжали ее так, чтобы она не текла. И целлофанчиком закрыли. И на левый, на правый очок легли, и пусть... Блин, мне кажется, даже самим ведущим уже надоела эта женщина с ее советами. Вот один раз ее совет зашел, и она уже не может, как маленький ребенок, успокоиться. Она сейчас все вылечит, и понос, и золотуху. У брата 38,6 я пришла. Я ему положила эту тряпочку. И там надо смотреть, если высокая температура, тряпочка высыхает. Минут через 30 ее надо опять намочить в горяченькую водичку, чтобы холодная не притягивается к телу. И все, им, у него за один час натуральным образом снимается температура, он встал и пошел. И вот так вот, значит, а детям можно такое делать? Да, Хэнк, прикольный, конечно. Да, можете позвонить, сказать, типа, у меня, типа, после радиации облезает кожа, короче говоря, типа, и нос отваливается, что делать? Правильно рассказали? Да, ну, нет, это мужчина сам придумал, я, значит, сказала алоэ, мед и соль. Врач не сказала пропорции женщине моей. Но он сказал приблизительно тогда. Мужчина сам уже, он молодец. Он все придумал хорошо и получилось у него, слава богу. Я алоэм лечу все. Алоэм все мажу. И даже косточка
У мужа на запястье росла косточка, мы прикладывали алоэ на ночь, и косточка эта ушла вообще. Мы уже глазам даже не верим. Просто не верим. А какой алоэ вы пользуете? Спросила, таким большим алоэ я пользуюсь, таким большим. Я помазала алоэм, потом часа через два даже не нашла этого прыщика. О, думаю, так это опять прыщик. Ты просто нервничал, да ладно, наоборот, прикольно, что не школьник какой-нибудь дозвонился. Да нет, я забей. Ты не должен был. В овощном магазине. Не переживать и не нервничать, все-таки радио, Портленд. По 99 центов в овощном магазине. Угу. Вот я сегодня опять купила его, в холодильнике у меня он постоянно есть. Постоянно. И я что только заболела, раз помазала все, косточка ли на ноге там бывала, вот заболела. Я века заболела тут внизу. Я помазала, за один раз все прошло вообще. Это чудесный цветок. Даже маски можно делать на интернете и прочитать. Да, да, я читала. Даже маски на лицо можно делать. Блин, все можно вылечить алоэ, походу, даже рак. До свидания. Говорите, пожалуйста, вы. Девчатки, там вы сказали, что я получил эффект на третий день. То, наверное, может, я что-то там... Я получил эффект, вот это, что мед ложил. Алоэ и соль. Я секта любителей алоэ приложить. Пучков, тебя отзывался какой-то, действительно не знает там существование, специально ты говоришь. Да насрать на Пучкова, блин, кто он такой? Типа уже не 1999 год, он уже давно нахер никому не нужен. Так, бобром. Бобром. Спасибо большое, да. Вы в эфире говорите? Вы в эфире, мы хотим вас слушать. Алло. А? Да, мы вас слышим. Здрасте. Здрасте. Это радио Портленд? Это Портлендское христианское радио, и вы в эфире. Радио Свет. О боже, я попал на прямой эфир. Прямой эфир, так. 15:20, мы вас все слушаем. У меня такая проблема, у меня после радиации волосы начали падать и нос отваливаться, что делать? Хорошо. Ждите, наши радиослушатели вам дадут совет. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алоэ приложить надо. Хотела бы обратиться с небольшим просьбой и объявлением. Короче, можете еще позвонить, сказать, типа, вот у меня, типа, была рваная рана на ноге, и я стал туда алоэ закладывать, послушав ваши эфиры. В итоге началось заражение, и мне, типа, отрезали ногу. Типа, кто мне будет платить, где собес в Портленде находится? Что-нибудь типа того. Стыдно и неловко слушать, но ты сам тогда позвони, выступи. Люди же в прямом эфире нервничают. Да, с работой и... Я прочитаю, что мне телефон. 6, 4, 6. Он можете рассказать 5, историю 5, про Ефима и 2, Вадима, 5, как будто 5, она 5, в реальности 5, происходит. Yes. Makes you want to cut your own ears off. Слышит, отзовитесь, пожалуйста. Значит, продадим Индаутов. Нет, еще продадим. Ну, вот квест про фикс диджея ужасного. Специальный корм для птиц. 103. 4, 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
Алло? Да, мы вас слышим. Я же молчу, когда... Человек говорил про... или кто-то говорил, горячую воду, и туда уксус влить, и тряпочку мочить. Блин, у них то громко, то тихо. Это температуру сбивать. Если простудная температура, простуды, вот так сбивать температуру, ложить эту тряпочку где-то на левый бок. На левый бок, сзади на ребра. А, на ребра. Sounds good to me. Oh, right. I can't believe what I'm doing. Mm-hmm. Наверное, наша температура стала. Right. Hey, okay, good. Можете звонить, друзья, 503-972-1130. У нас как раз линии освободились. Для тех, кто хочет еще сказать свое объявление, как раз хорошее время, чтобы позвонить и долго не ждать. Что у нас начало? Так, аферист. Значит, 213-й год, Toyota Camry в хорошем состоянии. Алоэ реально антисептик. Я думаю, к челу полицея придут, если он такой скажет. 5-2-1-5-6-4-0. Ну не знаю, возможно, алоэ и антисептик, но, блин, подорожником лечиться в 21 веке. Хорошая машина.
Значит, добрый вечер. У людей большая просьба, что делать пятки трескают. Ой, я сегодня за это читала. Это как... Подожди секундочку, сейчас. Он еще думает, что он за барной стойкой. Посоветуйте хорошее средство от псориоза. Блин, у меня есть отличное средство от псориаза, я забыл, как эта мазь называется, но она просто все убирает за один день. У меня тоже был псориаз на башке, и все сразу прошло. Но алоэ я не прикладывал. Девочки, вы сказали, женщина на левый бок тряпочкой, надо на правый. Она сказала на левый бок на задние ребра, ну сзади на ребра. Типа на левый, но там сердце. Ну не там, где сердце, а там называется плевра. Это плевра? Да, называется там, где ребрышко. Илья, алоэ даже уколы делает больно. Все, все, вы меня пристыдили. Алоэ излечит все на свете. Вы даете такие советы. Пожалуйста, если можно, оставляйте свой телефон и такие маленькие нюансы. Может, мы что-то не так записали. Я виноват, я не прав. Что-то недопонял. Мазь Вишневского? Нет, мазь Вишневского дезинфицирующая, прям мазь, которая гной вытягивает. Псориаз она явно не вылечит. Будете вонять только как говна кусок. Если вспомнишь мазь от псориаза, напиши, плиз. Блин, а Ксюха не спала, я бы у нее спросил. Она ее купила. Поставите телефон, вот этот, который мужчина и женщина ищут на работе. Помощь нужна? Да. 915-25-97. А где этот клоун-то? 97. Я смотрю, все бухать пришли, кроме того, кто нам нужен. 95-97, записали, да? 25-97, вон он. Да. Хорошо. Спасибо. Да ничего, это алоэ не лечит. Ну, видишь, люди есть, которые считают, что лечит. Может, они в подземных людей верят. Я роблю собі, щоб п'яти не лопали, наливаю собі гарненької Hey there, pal. Три ложки перекисі, хоча б два рази на тиждень. Така шкурочка, як у молодої дитини. Ага. Угу. Скільки ви держите? Don't worry. Так, внизу очень холодно, але ж тепленько по містам. Дуже легко, так. Так. Хорошо. Три столовые ложки перекиси, да? Oh, I'm sorry. You say something. Don't tell my husband. Мир вам, любезные сестры. Мир вам. Ой, еще радио выключите. Выключу. Спасибо. Я с вами имел связь насчет... Так, я, по-моему, переборщил, да? Но не в этом дело. Уже удовлетворено. Одна из ваших, ну, сестер очень хотела приобрести чайный гриб. Псориаз не лечится, да, полностью не лечится. Надо хороший, все время мазать. Ща, я потише чуть сделаю, я совсем отвлекся на это радио. Дурацкое, оно такое залипное. Он очень для здоровья полезен. Я прочитал книгу «Чайный гриб». Он даже понижает давление. Какой-то фанат чайного гриба. Но я, кстати, не уверен, что чайный гриб полезен. Бродячие бактерии. А можно ваш телефон? У меня был, кстати, чайный гриб. Конечно, можно. Он у вас отбился? Нет, у нас не отбивается. Не, не сульсена. Я не помню название, я на следующем стриме скажу. Мы тоже превращаемся, видите, такие стримы для стариков. С советами, как что вылечить. 5-3-7-9-4-0-9-9. Да. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Алло? Да, мы вас слышим. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Значит, сказали, что средство получается действует. Очень хорошее средство, ты на себе испытал. Нужно взять две баночки глицерина. Ну, в отлужском магазине, знаете. Слить в одну и туда добавить уксуса. Все-таки кто-то уксусное, знаете, что это в магазине. Добавить, чтобы была полная
Хищник-то поддался, что ли?